А что вы привезли из-за границы? Ой, конечно, если это не секрет. Камни. То есть? Ну, я не все еще выложил. Вот это вот у меня с Адриатики, это с Кипра, а вот там вот у меня из Стамбула. И все? А больше я бы не поднял. Да. Какой смысл тащить камни из-за границы? Так немые свидетели вечности. А. Одушевленные куски истории. Вот. Этрусский мрамор. Ага. А вот кусок из Парфенона. Прямо на моих глазах колонна развалилась. А я человек суеверный. Взял кусок на память. Зунков. А хотите, я сделаю вам подарки? Да, очень. Вот, берите. На память. Может быть, вот это и не с Адриатики, а с соседней стройки, но это не важно. Мы сами уже история. И потом, это красиво. Спасибо, Олег Павлович. Мерси. Широкая вы душа. Так ведь люди-то в основном дарят то, что самим не нужно. О. А я отдаю самое дорогое. Угу. Чтобы люди помнили. Спасибо, Олег Павлович. А мы вашу гитару принесли. Может, споете? Нет, это совсем другое дело. Люди спят. Разбудим. Люди спят. Разбудим. И потом это... Настрой нужен. Так вы настроите, настроите. А мы подождем. Ой, кто проснулся? Солнышко наше встало. А вы знаете... Ведь эта гитара непростая. Она жизнь Олегу Павловичу спасла. Однажды Олег Павлович очень поздно возвращался домой. Вероятно, от какой-нибудь бабы. Зачем пошлить? Извините. Эдгар, расскажи ты. Это правда. Олег Павлович шел домой поздно, и на него напали... Плохие люди. Редиски. Да. Попросили закурить. Олег Павлович не курит. А, ты не куришь, говорят? Тогда давай деньги. А денег-то не было. Ну, как обычно. Мы не нуждаемся в ваших комментариях. Не надо, не надо, Сюша, не надо. И тогда один из них... пырнул Олег Палыча ножом. Да. А Олег Палыч как бы загородился гитарой. Да. И нож попал в гитару. Да. Так было. Правда? Расхожая историка, Венерочка, вранье. Да как ты смеешь? Вот, смотри, вот рана на гитаре. О. Вот действительно же есть отметина. Угу. Видала? Какая же ты все-таки противная. Как он тебя только в дом пустил. Сегодня через окно. А так, как обычно, через дверь. Ну, и что? Что дальше было? Ну, мы ее потом в реставрацию отдавали. За штука... Заштуковали. Заштуковали. Да, заштуковали. Но все равно заметно. А вот и Олег Павлович. Спойте нам. Ну, пожалуйста. И спляшите. А может, караоке вам завести, а, Олег Павлович? Удачная мысль. Дворец культуры прямо здесь и откроем. Олег Павлович, ну скажите ей, что это правда, что она вам жизнь спасла. Кто, Валентина? Да нет же, как будто вы не знаете, о чем речь. Гитара. А, было дело под Полтавой. Ага, да не под какой, не под Полтавой, а здесь. Ну ладно, тише, тише. Сама же просила спеть. Снова ночь опаздывает к нам, разливаясь медленной краской. Ты не веришь никаким словам, только смотришь на меня с опаской. Я боюсь пугнуть твой грустный взгляд. Не дрожи, испуганной птицей, постарайся не смотреть назад.
Не спеши в пустое небо взвиться, ты попробуй навсегда забыть тех, кто в сердце расписался болью, и опять попробуй полюбить, как артистка справится с новой ролью. Рано или поздно все равно ты однажды память успокоишь и войдешь в открытое окно, или дверь своим ключом откроешь. Спасибо. Пожалуйста. Сдачи не надо. Да. Хорошо. Нет. Я просто не могу. Какой он чистый, возвышенный. А мы все перед ним такие гадкие, низкие, грязные. О, простота святая! Склоняюсь перед тобой. Ой, еще один раз. Уйди. Потерпи. Мало. Потерпи чуток. Олег Павлович, можно Сюшу уложить на диван? Конечно, конечно. Сюша. Ой, как больно. Давай. Перелом, надеюсь, осколочный? Пойду-ка я еще подремлю. Вот и женись на такой. Всю жизнь проспит. А ты так один и будешь маяться. О. А вы что, хотите на ней жениться? Ну что ты, Настюха? Ты же знаешь, разведчики не женятся. Но вы же не разведчик. Кто его знает? Про Олег Павловича нельзя сказать ничего определенного. А вообще скучно. Я танцевать хочу. Ну, может быть, дернуть хорошенько? Не надо. Ты. Все равно ужасно скучно. Может, вы все-таки станцуете нам степ? Зачем? Ну, потому что я так хочу. Нельзя отказывать даме. Но я не умею. А я по глазам вижу, что умеете. И вообще, артист же должен быть всегда в форме, всегда угождать публике. Ну, с чего вы взяли, что я умею? Эдгар, я сейчас уже рассержусь. Но если вы настаиваете... Ну-ка. Сейчас. Вот именно это движение у меня не получалось в Щукинском театральном училище.
Сейчас вы практически кончились для меня как артист, Эдгар. Вам только яблочко танцевать? Какое яблочко? О, Господи! Матросский танец. На-на-на-на-на. Па-пам-па-пам, па-пам. А я еще поезд умею показывать. То есть? Потрясающе. А с чего взяли, что я умею степ танцевать? Кто вам сказал? Олег Павлович, да? Само собой. Там-там-там. Чайку сейчас поставлю. Что, Эдгарчик? Как тебе жизнь семейная? Я вас раскусил, Олег Павлович. Неужели? И что теперь будет? Вы низкий и мерзкий человек. Ой, как это ужасно. Слышать правду о себе. Снова издеваетесь. Вы любите ее? Кого? Сюшу. Успокойся, мальчик. Я никогда не любил вашей жены. Тогда почему она? А я-то при чем? Для нее еще не наступила настоящая серьезная жизнь. Она все в игрушки играет. Чувств нет, она их придумывает. Трагедии не происходит, она их сочиняет. Ты ей не верь. Это все игра. Расскажите, как все было? Да ничего не было. Ну, снял я ее на выставке. Тут и началось. То встреть, то проводи, то выгуливай, как породистую собаку. А это уже не для меня, я стар стал. Что еще было? Английский вместе учили. Вы учите, нет? Нет пока. Нет, жаль. А я и через это прошел. В принципе, она меня достала. И вообще, она не в моем вкусе. Я долго думал, кому бы ее сбагрить. И вот когда ты появился на горизонте, я внутренне даже перекрестился. Ей-бо. Как я вас ненавижу. Хороший градус. Так держать. Я еще не говорю о том, что она несет. Щебечет какую-то муру. Замолчите. Не снижать хороший накал страстей. А в постели она как? Не засыпает? А то эта внешняя ее страстность все время меня настораживала. Она же фригидная, верно? Я угадал? Я вас зарежу. Ну вот уже и спекся. А знаешь, что самое главное в искусстве? Как можно дольше продержаться на трагической ноте. А ты очень быстро пришел к финалу. Ты никудышный артист, Эдгарчик. Совратитель. Мерзкий развратник, негодяй, замолчите! Откуда такой африканский темперамент, а? Я предполагал, что ты женился на ее предках и их ресторане. Тебя уже ввели в семейный бизнес? Или пока еще не доверяют? Еще одно слово, и я убью вас. Давай, вперед! Давай! Что ж ты пропускаешь ходы? Или кисло в коленках? А куда подевались трагические раскаты, а? Нету? Тогда бери свою квашню под мышку. Иду отсюда. Зачем? Зачем вы нас оскорбляете? Чтобы сделать из вас людей. Чтобы вы научились не играть в жизнь, а жить. Но вижу, что это бесполезно. Да, Эдди, я спал с твоей женой. И она мне не понравилась. Она храпит по ночам. Лучше спать отдельно. Это тебе мой совет. Ну? Ну, рогатый Эдди. Сколько же тебе можно плевать в твое смазливое лицо? Трус. Вы негодяй. Вы самый страшный негодяй.
А я трус. Да, я трус. Но я женился не на ресторане. Я люблю ее. Тем хуже для тебя. Ну, успокойся. Я тебе все наврал. Это уже привычный ком вранья. Иначе я не могу. Иди умойся и возвращайся веселым. Потому что на самом деле ничего не было. Просто она придумала, что она в меня влюблена. Замужество не помогло. Ну, ничего. Я ее отлучу. Это я умею, тут я мастер. И приворожу к тебе. Как? Как? Привороты знаю. Могу один рассказать тебе. Это уже второй будет совет. Пора брать деньги. Итак, купи в кулинарии тесто. Так. Разденься догола. Угу. И всего себя осыпь мукой. Вы опять издеваетесь, да? Нисколько. Я сам не раз пробовал. Нарежешь тесто колбасками и катай его по муке через все тело. Потом помочись на него. Ну так, слегка. Не увлекайся. И после на противень с маслом корочкой покроется, вынимай. И давай своей любимой. Я больше не могу. Вы негодяй. Вы страшный негодяй. Да, Эдди, у тебя предвзятое ко мне отношение. Ну, ладно. Иди умойся. Иди, 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 иди. Дом не спали. Там у меня нитрокраски. Знаю. Не бойся. Не бойся вас, акул. Это кто акулы? Зунков. Шутка. Какой черт вас принес всех вместе? Нет, чтобы приходить по дням недели. Венера – понедельник, Валентина – во вторник, Настюха – по средам и т.д. Я подозревала. Но не надо, пошлите. Я представляла тебя совсем другим. Что значит другим? С тремя ногами, в шляпе с пером. Да тебе не важно, кто я на самом деле. Тебе важнее твое представление обо мне. Гениальный художник, романтик. С полуидиотским взглядом. Лунатик, бессеребренник. И когда-нибудь дряхлой старушкой ты издашь воспоминания обо мне. Ты расскажешь, как я целовал тебя на этом грязном, продавленном диване. Да как ты смеешь? При людях не было этого никогда.
Было, было. Это твой кретин. Твой муженек верит, что этого не было. Кстати, ты знаешь, он женился-то на твоей семейке. Неправда. Он любит меня. Держи карман шире. Да ты спроси его, спроси. Пусть он ответит. Пусть плюнет в твои лживые глаза. Эдди, Эдди, иди сюда. Будь удовлетворена. Он уже плюнул, щенок. И получил по заслугам. Я, кажется, зуб ему вышиб. Но, скорее всего, он сымитировал свое кровохарканье. Потому что я его больше не бил ногами в живот. Как? За что? Повтори, что ты с ним сделал, бандит. А почему ты не спросишь, что он хотел со мной сделать? Или тебе это неинтересно? Ну? Кинулся на меня с ножом. Эдди? Эдди. Конечно, ты права. Хлюпик, нимфоман и нож – вещи несовместимые. Но, однако, это так. Ну, естественно, я его скрутил. Катались по полу, как пара змей. Он сейчас в ванной. Может быть, еще жив. А когда я уходил, он в бреду прошептал твое имя. А что ты сидишь-то? А что мне... Что мне делать? Что-что? Ну, может, застанешь его еще в живых? Сейчас. Сейчас, миленький. Ой. Эдди, Эдди, миленький, прости меня. Благородный мой, герой. Он тебя бил? Да. Он посмел до тебя дотронуться? Это скотина, этот неудачник. Это я во всем виновата. Я привела тебя в этот ад. Мне здесь нечем дышать. Тебе есть чем дышать, Эдди. Эдди, Эдди, Эдичка. Проваливайте. И чтоб меньше, чем за квартал, ноги ваши здесь не было. Увижу, уши отрежу. Скальп сниму. Пойдем отсюда. Венерочка, а? Так ты где, говоришь, мне надо попышнее? А, здесь. Здесь? Угу. Ну и что это получится? Муравейник какой-то? И потом, сейчас все в обтяг модно. В обтяг — это когда фигура есть. А у меня что, нет? Нет, есть. А грудь где? Ну, есть. Слушай, почему не носишь, а? Ну, зато ты знаешь, какая у меня талия? 58 сантиметров. А нога? Ну, согласна. Существует легкое отклонение от прямого курса. Но это же французский стандарт. Французский стандарт, говорите? Ой. Венерочка, а чего это тебе все время тошнит? Ну, говорю же, когда не сплю, тошнит. Ладно врать-то. Колись, залетела? Куда? Никуда. А вот что? Ой, ничего от вас опытных не скроешь. Залетела. Так, сколько? Месяц. У, Зунков знает? Нет еще. И не говори. Почему, Валечка? Ну, зачем? Скажешь, когда и избавишься. А я не собираюсь избавляться. Ты бы этим, наверное, привязать хочешь. А я боюсь, не получится. Ты ж здесь не одна такая, кто не хочет избавляться. Вот так. А где дипломат? Ты забыл дипломат. Придется вернуться, там коньяк остался. Ой, какая красавица!
Так я вернусь. Нет, я тебя одного не пущу. Он угрожал. А это еще кто? Я никого не жду. Ой, а говорил, что замок заклинило. А, не обращай внимания. Это барабашка. Ой, пойди закрой, а. Угу. Доеду. Доехала? Еле добралась. А зачем? Просто так. А ты что, не рад? Надолго к нам? Была 2 недели. Завтра. А! Уже сегодня уезжаю. А я звонила. Тебя не было. Целых 2 недели звонила. В круизе был. Ты теперь у нас богатенький Буратино. Продам кое-что. Это хорошо. Это очень хорошо. Отдайте наш дипломат. Ну и где он? Впусти их. Пусть сами ищут. Влезайте и ищите сами. Раз у вас вечеринка, может, потанцуем? Так. Мировую пить будем. Олег Павлович, может, стол накроем? Вы не против? Не против. Может, пойдем? Вы, студентки, закусь сообразите. Извини, если я не вовремя. Представляешь, я ключ под подкладкой нашла. Хорошо, что я замок не поменял. Но если бы даже и поменял,
Я бы в дверь позвонила, и ты бы мне открыл. А если бы не открыл? Сомневаюсь. После того, как ты от меня исчезла, мог и не открыть. Не надо об этом. Знаешь, мне никогда раньше не нравилось танцевать с тобой. Так я же не умею. А теперь очень нравится. А зачем ты приехала? Я же сказала, ключ под подкладкой нашла. А когда потеряла? Тогда. В наш последний раз. Неужели уже прошло 5 лет? Ну и что? Я сильно изменилась? Как ты живешь? Нормально. Ну, а как твой Витюшка? Его зовут Виторио. Ну, значит, Витек. Не ерничай. А что мне еще остается? Только не надо прибедняться. Вон у тебя сколько воздыхательниц. Ты скажи мне, как ты с ними сразу вместе со всеми справляешься, а? Напрактиковался. Как дети? Дети растут. Адриана, уже девчонки звонят. О. А Клаудия стала еще больше походить на тебя. Ну так. Так же врет. Так же выкручивается. Ужасно. Ну а что твой Витюшка, макароник? Он хороший отец. И любит их. А я бы не выдержал общения с детьми и 5 минут. Наверное, потому что никогда не держал на руках своего. В этом не только моя вина. Наоборот, здесь только моя вина. Вот если бы мы тогда поженились, ты бы от меня никуда не убежала. Не казни себя. Наши дети живут в любви и достатке. Я рад за них. И за тебя тоже. Столу, друзья! К столу! К столу! Только я ненадолго. Ой, хорошо. Какая жалость! Позвольте вам представить моего старинного друга и коллегу Веру. Поняла. Очень приятно. Вы очень. Как вошли, я думаю, где я вас видела? И только теперь поняла, вы ж Афродита. Кто? А я Венера. Ну вот же, вот, только вы здесь немножечко другая. Да, я тогда моложе и лучше качеством была. Вера, представляй своих друзей. Валентина, Венера. Студентки. Настя и Эдгар, актеры. Летом снимались в Италии. Ну, это так, всего лишь рекламный ролик. Ой, я так давно не была в Италии, с прошлого года. Да? А вы были в Италии? Думаете, это так необходимо? Конечно. Да. Просто да. Италия. Да. Ну, съездить возможно, а жить? А вы знаете, а вот некоторые, они уезжают и живут себе там, живут. И даже не хотят возвращаться. Значит, им больше повезло. Там может спасти только крепкая семья. Ну, это, собственно, так же, как и везде. Там не позвонишь подруге и не поплачешься в трубку. Почему? Слушать никто не станет. Там не валишься вот так вот ночью толпой кому-нибудь, кто тебя всегда примет. И потом, там твои дети очень быстро становятся чужими, потому что у тебя душа еще русская, а у них уже нет. Вера вот уже более 15 лет живет в Милане. Так вы нас разыграли. Не были в Италии. То-то я смотрю, вы мне знакомы. Может, мы там с вами встречались? Не может. Проводи меня. Сядь. Чайку заодно поставь.
почему у нас так вышло. Не надо, не начинай. А я не начинаю. Я продолжаю. Я веду с тобой бесконечный диалог. День и ночь, постоянно. Спорю и ссорюсь. Мирюсь и снова ссорюсь. Совсем как в прошлой жизни. Это для тебя она прошлая. А для меня это постоянная величина. Бесконечная кривая. И вечные девчонки. Как вехи на этой кривой. Была бы со мной, не было бы никаких девчонок. А то я тебя плохо знаю. Ты тоже хороша. За первую попавшуюся выскочила. С твоим, между прочим, ребенком в животе. Но я же просил подождать. Я должен был созреть. Но ребенок не мог ждать. Он должен был родиться. Какая разница ребенку? Женаты его родители или нет? Зато теперь он живет в полноценной семье. Но я там все равно остаюсь его отцом. Я прошу тебя, не порть нам жизнь. Остается утешаться тем, что ты верная католическая жена. Изменяла своему Витьку со мной. Еще одного Бобби не хочешь с собой увезти? Не хочу. Почему? Потому что 5 лет назад, впрочем, как и 15, я была другой. Настолько, что собиралась забрать Андрюшку и остаться здесь. Угу. Угу. Да почему не осталась? Остаться жить с тобой. Все время думать, на что кормить детей и как платить за их учебу. И ты сбежала? Да, сбежала. А это, между прочим, было очень-очень подло. Сказала, что вернешься через час. А я как идиот ждал. Прости, ждал. Прости. Сейчас бы я так не поступила. Что? Изменилась? Надеюсь, что да. Машина ждет. Я думал, ты передашь его детям. Не будем решать за них. Если они захотят, они позвонят тебе в дверь. Слава богу, ты дома. Я позвоню, а то у меня телефон отключили. У Светки роды начинаются. Ну, конечно, позвони. Не надо. Вам в роддом? Я подвезу, скажите ага. только куда. Да-да, конечно. Спасибо. Все. Пока. Ты ничего не хочешь мне сказать на прощание? Я тоскую по тебе. Постоянно тоскую.
Как вы хорошо сработались. Ну, чем не горем? Так, Зунков, я тут у тебя уже сутки убираюсь. Ну, ладно, не плачь. Давайте-ка лучше, дорогие мои девчушки, решим наши проблемы, не отходя от кассы. То есть? Поскольку я не исключаю такой мысли, и она мне даже начинает нравиться, обсудим ее. Ну, что ты глазками-то хлопаешь? Младшенькая ты наша. Старшенького, небось, нам родишь. А ты что, старшенькая? Средненького подарить собираешься? Вот-вот, сейчас прекрати, Зунков, вот сейчас прекрати. Еще не все. Ну, а ты, средненькая? Я? Младшенького принесешь? А... Тебе же не зря, тошнит. А что, девчушки мои? Сразу трое ребятишек. И не погодки даже, а помесячники. А? Рожать будем здесь, в ванне. В присутствии предположительного отца. А потом устроим детский сад. Тоже здесь. Так, детишкам нужен простор. Воздух! Все лишнее к чертям собак! Здесь поставим кроватки, здесь манеж. Распределим обязанности. Я, чур, отвечаю за эстетическое воспитание. Грандиозная идея! Что вы молчите? Или вам не по душе? Ну, девчушки! Кончай шута, Давид Зунков. Пошутили и будет. Позиция одной ясна. Как другие? Венера? Я? Да. А, ну... Ай. Ну, а ты, Настюха? Эдичка, милый. Пойдем домой. Через дверь можно. Олег Павлович, со мной, в общем, ошибочка вышла. Ну, вы понимаете, и вообще, с чего вы взяли? Предположил. Расстроился он, конечно, из-за этих детей. Ты думаешь? А ты сама не видишь? Да. Надо его успокоить. Ч-ч-ч-ч-ч-ч. Сейчас к нему лучше не лезть. Пришибет. Как? Натурально. Олежа? Ты что, не знаешь? Он сегодня Эдгара избил ногами в живот. Ему, когда кровь в голову ударит, он же лучше под руку не попадаться. А сейчас что, ударило? Ну, ну, он же ненормальный. Ты на голову внимание обращала? Нет, а что? Да на его! А-а-а. У него затылок скошен. Ему, в 4 года сделали операцию. Удалили эту опухоль. А ты не врешь? А зачем мне? Я за него замуж не собираюсь. Почему? А зачем мне нужен дефективный? У него все родственники такие. Бабушка в дурдоме умерла. Дед, кажется, спился. Наследственность кошмарная. Эти эпилептики, паралитики, шизофреники. Который час? Около 6. А что? Все, я домой, домой. А у тебя и дом есть. А что ж я, по-твоему, бездомная?
А Зунков говорил, что ты погорелица. Вот стервец. Не смешно. Ну, ненормальный. Что возьмешь? Я пойду. Подойди ко мне. Ты ничего не хочешь мне сказать? Хочу. Я не беременна. А я уж было понадеялся. Не надейся. Пока. Позвонишь? Не знаю. Ну что ж, не склалось, так не склалось. Что? Да это так, в детстве говорил. Ответ в задачке не сойдется, я и успокаиваю себя. Что, мол, теперь делать? Заново-то решать лень. Да. Папины туфли. Что? Так, ничего. Счастливо тебе здесь. Смотри. Итальянка твоя забыла. Положи. Может, когда-нибудь заберет. Лет через 5. Я тоже пойду. Созвонимся. Ну, ты отдохни, отоспись. Хорошо? Угу. Я насчет ребенка. В общем, я пошутила. Прости. Я же говорю, не склалось. Хватит! Я уже никого не жду. Ну, иду, иду. Кто там еще что-то забыл? Простите, здесь живет... О, да мы уже видались. А ты что, сосед его? Кого? Да сына моего, Зункова Олега Павловича. Нет, я и есть Зунков Олег Павлович. Вот это номер! А я Зунков Павел Петрович. О-о-о. Встречай отца. Так через порог как-то входите. А ведь вы мне в аэропорту сумку. Ага. Так я ведь это, погорелец. Вот и
пришлось, так сказать, немножко подработать. С пользой время провел. Ага. Да, а ты впрямь художник. А я тебя через твое художество и отыскал. В огоньке это иллюстрация была. Читаю, художник Зунков. Фамилия редкая. Сделал запрос. Все совпадает. Время и место рождения, родители, отчество. Что еще надо? Выходит, и вправду. Ты мой сын. Ты рад, Олежек? Да как-то неожиданно. Так оно чем неожиданнее, тем шибче забирает. Ага. Ну и где же вы были всю мою жизнь? Я-то вот уже старый, а вы вроде еще... Так я ж тебя заделал. Мне 18 не было. А там армия. Домой больше не вернулся. Мать твоя поначалу писала, карточки присылала. Жаль. Все сгорело. Как она, мать-то? Умерла. 30 еще не было. На рыбзаводе работала в Астрахань. Рыбьей кости укололась, и 3 дня ее не стало. А я и не знал. Ну, а? Располагайтесь. Или помоетесь. Ой, с удовольствием. Если можно. Ну так... Да. Подождите. А? Вот, переоденьтесь. Спасибо. Пожалуйста. А у меня что? И внуки есть? Есть. Познакомишь? Ладно, вы пока мойтесь. Угу. А я чай поставлю. А я тебе чайник купила. На углу. В круглосуточном. Нравится?
Зумковочка! Тихо, тихо, тихо. Ты что, не один? Нет, с папой. Кончай дурить, Зунков. Ну, можешь сама убедиться. То есть там твой папа? Да, а ты не верила. Если ты мне врешь, я тебя убью. Ты один? Нет, с папой. С чьим папой? Со своим, естественно. Ты мне о нем ничего не говорил. Я тебе много чего не говорил. Я тебе тут чайник принесла. В круглосуточном купила. А откуда ты знаешь? А я телепат. Правда, что ли? Да. Ту говорит, это неправда, си? Где Вера? Io voi russi proprio non vi capisco. E non capisco neanche come mia moglie possa ferirmi in questa maniera. Sì, mi sono ubriacato, ho bevuto. Bevo sempre quando vengo in Russia. Ma dopo ho dormito, mi sono svegliato e le ho detto andiamo a trovare il tuo amico. E lei esordisse dicendo andiamo a trovare il padre dei figli. Ma di quali figli? Noi abbiamo solamente due figli, Claudio e Adriano, e sono i miei figli, i nostri figli. O anche tu hai avuto dei figli con mia moglie? No, non può essere così, non può avermi fatto questo. Quando si parla di figli, sono i nostri figli. Что с ним? Ты что-то ему сказала? Правду, что ты отец моих детей. Не значит ли это, что ты решила остаться? Нет. Тогда зачем же мучить человека? А правда очень часто бывает неприятно. Еще правда бывает убийственна. Ты об этом не подумала? Что ты хочешь? Я хочу, чтобы ты успокоила своего мужа. И опровергла свое сообщение. Зачем? Ты ему жизнь покалечишь. Если ты этого не скажешь... Это сделаю я. Не вмешивайся. Недавно кто-то говорил о тонкой, чуткой русской душе. Якобы присутствующей в этом красивом деле. Так докажи, что это так. Я у тебя сумочку оставила. Принеси. Часы ремасту мали. Ha detto qualcosa che non dovevo. Io intendevo dire che Oleg sarebbe potuto essere stato il padre dei miei figli se avessi sposato lui, non te. È semplicemente un amico. Punto e basta. Arrivederci. До свидания. Ой. О, здрасте. 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 Ой, девчушки, а не выпить ли нам за знакомство? Сынок, где у тебя рюмки? Все в комнате, проходите. И поставь, наконец, чайник нормально. Ну, сынок, ну и сынок. Весь меня. Молоток. Thank you.
Сынок, ты где? Чего там? Солнце. Жила мечтой о нем, и оба с грустью беспричинной входили в свой холодный дом. Счастье тоньше паутинки, и точнее не сказать, и мечтали половинки две судьбы в одну связать. Только эти половинки, встречавшись, разошлись. Счастье тоньше паутинки, непростая штука жизнь. Они увидели друг друга, но испугали счастье вдруг. И снова жизнь пошла по кругу, и бесконечен этот круг. Счастье тоньше паутинки, и точнее не сказать. И мечтали половинки две судьбы в одну связать. Только эти половинки, повстречавшись, разошлись. Счастье тот же паутинки, непростая штука жизнь.